6 августа 2023 года. С добрым утром называется. Афоризм дня на сегодня такой. Представителям народа все сложнее представить себе народ. Написал этот афоризм 6 сентября 2010 года. Представителям народа все сложнее представить себе народ. 13 лет назад всегда актуальная фраза была написана мной, да? Депутат — это человек, который прошел по головам, чтобы сесть на шею, тоже когда-то я написал. Про политику, про политиков.